Чебоксарские власти активно готовятся к новогодним праздникам. На площади республики начали устанавливать главную елку. Работы начались накануне. За сутки успели поднять основание металлического каркаса. 20-метровую конструкцию елки соберут из 1000 стальных труб, гаек, болтов. На металлический каркас установят еловые ветки, которые украсят гирляндами и 60 светящимися звездами. В администрации города отмечают, главная новогодняя елка по вечерам будет выглядеть особенно эффектно. Ее планируют установить до 1 декабря. Конструкцию собирают только местные специалисты. Хотя раньше им оказывали помощь иногородние компании, в этом году от их услуг решили отказаться. Имеем все оборудование, весь инвентарь для этого есть. У нас специалисты прошли обучение для работы на высоте, вот, которые сейчас участвуют в процессе сборки. Вот. Все ознакомились с инструкцией по сборке, и согласно этой инструкции собирается уже елка.